Нет такого закона, который удовлетворял бы всех. Привет, Даша, это традиционно прочитанная за месяц, это был декабрь 2015, последний месяц этого года, и я прочитала, меня окончательно перетянуло на историю, я прочитала, допустим, Феодору, это история о куртизанке, которая умудрилась стать императрицей, причем прославленной в веках императрицей. Очень интересная штука, называется Пол Уэллман. Перечитывала уже даже не знаю в который раз, прям в большой раз. А далее. Прочитала Козласова, древнюю средневековую историю Южной Сибири. Вот такая. Но она скорее большой, чем книга. Тут достаточно мало листов. Что, сколько? 56. Обычная. Научное издание, не рассчитанное на публику, а прям вот строгое такое для ученых, язык соответствующий. Кстати, никогда не знал, что китайцы жили в Хакасии. И Александр Суворов, это его биография, автор у нас Сергей Григорьев. Несмотря на что, в общем, это жизнеописание полководца. Оно очень интересное, по крайней мере, первая часть. Во второй части больше так для мальчиков. Там нюансы походов разных, все такое. То есть то, что мальчиков заинтересует больше. Вот. Но как-то вот мне очень понравилось, я в восторге. Но как-то все гладко причесано. У всех людей есть недостатки, а, видимо, кроме Суворова. Грузить речь. Значит, отменено. Я сказала, запускайся. В общем, я не знаю, было ли это все, что я прочитала в этом месяце, потому что моя чудесная программуля на телефоне со списком не желает запускаться, а компьютер еще не включен. Так что если что-то прочитала в электронном виде, не в бумажном, то это... То я оставлю ссылку под видео на свой отзыв на моем блоге, куда я кидаю совершенно все свои отзывы без разбора, чего не скажешь, какие в социальных сетях книжных, туда только избранное кидаю. У меня что-то заболталось. В общем, это было все. Ну чего, с наступающим! Добрых людей вокруг вам и постоянных чудес, хороших чудес. В этом году с вами была Даша. Надеюсь, буду и в следующем. Рекламная пауза, хотя скорее рекламный эндинг. Я открыла новый канал, он будет интересен далеко не всем, я даже не знаю, кто он проживет. Это канал с клипами, который я монтирую, с аниме-клипами. Так что, если вам интересна эта тема, то я оставлю ссылку на этот канал под видео, под этим, и пока я туда посредом выкладываю свои старые клипы, которые где-то лет 10 назад делала.
Вот, уже появляются новые. Вот, но их я буду добавлять, когда выложу все старые. Потому что аниме-клипы не так просто делать, как болтологические видео. Это занимает гораздо больше времени, и поэтому со временем, когда я... В общем, я хочу, чтобы они как можно долгое время выкладывались регулярно. Поэтому вот так вот, по такому принципу я и буду делать. Сначала выложу все свои старые видео, их немножко сохранила, к сожалению, потому что у меня форматнулся компьютер, скажем так, в свое время, и уцелели только те клипы, которые давала кому-то на дисках посмотреть. Да, это было те стародавние времена, когда обменивались с помощью дисков подобным. И когда мне диски вернули, посмотрев, я смогла их скопировать снова в компьютер. Но большая часть, к сожалению, была утеряна. Поэтому вот так. Но я совсем что-то заболталась. Еще раз вас наступающим. Пусть следующий год будет 10-кратно лучше всех предыдущих в сумме взятых. Вот, ну, собственно, пока.